You get off at Salt Lake City? No, you look at... Wow. Very popular camping fishing place. It's a place you can hire private outfitters, guide camp here. Very popular too, big event. But if you guys here at Rancho Del Rio, privately owned. So you took coach? A train before, but not this train. Different ones. Do you? Yeah, there's a very interesting place in New Mexico. Oh, you can show I'll me. I'll show you some pictures. Yeah. Party 2, Wilson Party 2, Franklin Party 3, and Party 1. Wow! Look at that! Behind? Oh yeah, they're late. They're at least an hour late. Oh. So we will come very, very late. Hey, do you know $25 you have to pay? Yes, yeah, the road. Yeah. You see, someplace there'll be a highway marker. Our next site is Grange, Colorado, and that is where we're going to meet the eastbound California Zephyr. That is Amtrak number 6. Amtrak number 6. This is 5. Along our route, any given time, and this is almost the regular spot that will meet the eastbound train. Typically, it's about another half hour, because what our train looks like. That's interesting. Yes. At the range. Oh, good. Well, we'll see the eastbound then. We'll bet. Yeah. Here's the menu. You can study the menu. Look. Colorado, you're at left, at right. Sometimes at left, sometimes at right. Здесь как раз снег шел. Thank you.
jump in it. No matter what you take, there's something better coming. Да, по той горе так слазили. Ну, только еще река здесь снизу. Еще больше земли. Это самое главное, вот она. Красавица тоже. А это моя надежда. Красавица. О-о-о. So nice. Спасибо, Диана. Спасибо за ласку и за доброту. И еще отдохнула, поспала, а то вообще свеженькая. Это тур необыкновенный. Во-первых, это память о нашем папе, потому что он любил очень поезд. А это, конечно, связано у нас в крови. Он вырос на train station, и мы там были очень часто на лето приезжали и ходили по этим улицам. Да. Правда, помнишь? Да. И даже запах я помню. Да. Даже запах я помню этих улиц. Мирочка, привет. Реку переезжаем. Река. Вот здесь красиво. Да. Это гольф. Так, Надюшка, как ты? Выспалась? Сейчас уже 2 часа ночи. Не сильно выспалась, но будем спать. Ну тебе хорошо лежится, да? Ну, да. Вот тут вот. Да. Так. Да, под несом там еще одна управляется. Ноги. Так, да, хорошо, да. Да. Вот такой у нас красивый рум. Здесь 2 дивана. Вот. Давай я тебе дальше. Какая ванна? Как ванна? Ванна обыкновенная. Ну, ванна необыкновенная. Хорош. Угу. И вот 2 кровати. Одна для тебя, один. Красиво. Да. Надюш, багаж. Люди сами так? Ага. Ну, вот Надюшка уже приехала с чемоданом нами. Вот. А там так красиво, много этажей. Я еще не посчитала, сколько. А внизу столики, пиано, такое. Надюша, ты как? Доброе утро. Я очень доброе утро. Сегодня какое? Среда. О чем меню? 13-е. Окей. И вот мы, ну правда, как мы вернулись. Меня, девочка. Да. Вот, и все вокруг, мы уже позавтракали. Вот. Да.